Привет, вы на канале Назар Майбер. Сегодня мы играем в Фортнайт. Ой, наконец-то загрузился. Вот, и мы... И вот мы с собой будем делать челленджи с... будем прятаться в снежных... Да, маскировка. Белым скинами. Я знаю, что многие уже блогеры это сняли, но мне писать первый, кто это принял. Я первый день, когда я снял... Когда только вышел Battle Pass, я снял видео. Но оно у меня не выставилось. Я вот через пару дней выставил его. Но я там говорил, что я принял новый челлендж с скинами, чтобы прятаться. И мне кажется, я был первый, кто это придумал. Мы уже придумали. Его другие уже сняли. На этот ангар маленький красный. Хорошо. На красное. Хорошо, хорошо. А то Никита Лайт, например, это один блогер, снял его уже. Тут два сундука. Тяжелый. Один сейчас. Мне, пожалуйста. На, вот, иначе помповый я тебе решаю. И на патрончики на 4. Вот. Там внизу игроки что ли были? Да, я не уверен. Я думаю, что с нами есть. Я кину гранатки на проверку. Походу нету. Ой. Вот это я нуб. О, вот сейчас датчик. Передвижение! Нет, это игроков. Да, нету. Ну, значит, облуд. Помповый. Мы там еще режим никогда не находили в джетпаке. Да. Не забывай, ты снимаешь видео. Да, я не забыла. Я же говорил подписчикам. Он лагает. У Алекса, как всегда, лагает, у меня нет. Мы всегда... А не, у меня перестал. У него иногда лагает, иногда нет. Да еще по... А, мы в ближних контактах. Я знаю. Кажется, это сказал уже, не знаю. Не бачу, что тут еще... есть этот... У меня один помповый. А у меня тяжелый помповый. И 6 вонючек. Я уверен, что сейчас к нам придет игрок с мячом. А, да, я не уверен. Я думаю, что он придет. Я отпиваюсь. Я дом нет. Этот облутаю. И если там я... Ой, не придешь облутаю. Блин, можно я там посмотрю, что там? Тут банка есть. Аж на зуб. Папа, пожалуйста. У Алекса там всегда. Там у него... Я только начал. И что, что завтра школа? И что? Саша, забывай, что мы видео снимаем. Да папа! Это не среди недели. Сейчас журнал педагогический язык. Сейчас вижу игрока. Я сейчас журнал педагогический язык, вижу игрока. Да, я вижу игрока. Я вижу игрока, на него побежал. Да, подожди меня, Джуджу. Скоростно. Беги. Бегу. А я у него ставлю форт карманный. Не надо, это мне не нравится, форты. Карманный, тебе не нравится, что я поставлю у игрока? Какой сейчас может быть насилие? Да не, оно только мешает. Иногда спасает, а иногда мешает просто. А... Мечик, кстати, я слышу. Назар, меч. Я знаю. На меня брум. На меня машина? Вижу его! Он там прыгает! Да, вижу.
Дай ко мне. Улица. Нет, я лучше на этом тросе. Ты на машине никогда не хочешь? На трос, давай. Первый. Или кто первый? Я за тобой. Вижу его, она запалил. Блин. Ой, это на тросе также. Я ставлю форт. Упс. Мне, по-моему, козы. Он сзади! Погоня на тросах. Валим. Оставь мне. А что, может быть, попаду по нему? Дай. Упс. То есть, что вы не знали? Ух, мне что-то жди, было. Пока я проеду. Ладно. Да, надо один игрок. Да, тут нету самолета, я хотел сказать еще. Да там лежи. Аэродроп! Да, ты что творишь? Я на аэродроп тут. А. Там игрок с мячом. Я не могу, у меня один помп. И шариков у нас. Ой, там сейчас шарики упадут, сейчас печь рядом. Ладно, я спускаюсь. Тут новый помповый. Че? Ладно, жанр. Побежали в зону. Я бы хилки, а то у меня 89, 82. Шарики нужны. Да, в этом режиме это очень круто с шариками тут. Или лучше джекпак. Но только в этом режиме джекпак. Да против это, ну, мяча надо сражаться с шариками, а то он же не может так высоко прыгнуть, а ты можешь. А он же не может кидаться мячом. Я бегу, я ничего не буду. Тут ускоренная буря в этом режиме, если увидеть. Как это? Шарики. Как шарики, ускоренная? Шарики, там... пять дай. Но она быстрее идет. Нет. Тут в этом... Да. Это в другом режиме есть такой специальный. Это в этом. Я читала. Тяжелый, тут тяжелый режим, я могу взять. Да, давай. Где он? Надо идти. Вот. Ага. Понял. Нам надо идти, если что. И сарики. Там выкинул? Да. Хорошо. Взял помпу? Подожди. У них одинаковый. Сзади игрок! Сзади игрок! Ты серьезно? Да, Сережа. Тебя здесь не слышно? Это он с мечом, это тот с мечом. Не, у меня нету лишнего слота. Ладно, я потрачу просто карманы. Разлом? А, вот. Я просто его выкинула. Мне кажется, что карманы и разлом... А, не убрали. Или убрали. Не, я только заиграла с Беляликом, а мне он выпал. Ладно, подрала мне не можно. Что? Не, ничего. Но не забывай про челлендж. Нам надо прятаться в снегу. Походу не получится. Ах. Ладно, дерево. Не, Жанна уже не на снежной локации. Но она сейчас половина еще на снежной. Ну нет, у нас не получится все равно вот в такой. Мы момент. Забыли про челлендж. Я не забыл. Давай, если да, хочешь, с ним новое видео, если сейчас не получится взять нормально. 18. Если мы сейчас... На сейчас свои сарики, я сейчас возьму 10 еще. Бери мои. Свои. Ну, дай мне патроны, я их всегда хочу собрать, а ты у меня их перед носом собираешь. Сейчас сколько патронов на всем? Следующая бежим. Сейчас, ой. Я что это? Бежим. Азар. А! Да у меня камера. Иди сюда. Я не могу. Да, что мне у тебя происходит? Меня вверх камеру всегда поднимает. Это что за бред? Я не могу в пришельца.
Подожди. На мне игроки. Я не могу тебе помочь, у меня камеру дергает, это невозможно. Да я не понимаю, что у тебя. Ты идешь? Мне это смешно звучит, камеру. Тебе делать. То есть это не смешно, но... Нам надо ныкаться. Это неприятно, когда так тебе просто камеру вверх тянет. Я знаю. Неприятно. Да почему он у меня? Блин. Сейчас. Еще шарики. Упс. Вижу игроков. Я их возьму, эти шарики еще. Ох, там игрок с мячом, надуваю. Да я не прыгаю. Там игрок с мячом, извините, там файт большой. Представь, я сейчас подберу меч. Подожди. Игрока с мячом убили. Все? Там, там один игрок всех убил. А не, не убили, не убили, я перепутался. На них? Как хочешь. 9, стоп, 9. Я сейчас... Не, видео выставляю. Я на них, может быть, не точно, что нападу. Не, у меня дергается. Не, я не нападаю. Кучи, я в зону следующую. Я в следующую зону. Назар, в следующую зону. Иди поближе. Игрока кинет. А, не, не забыл. О, тут оружие. Вообще. Он на тебя бежит. Спасибо. А я им бежит. При... Я быстро попробую сейчас. О, игрок! Не дергает. Ты где? Я не понимаю, что за баг? А, на мне, игроки! Ты почему аж там? Опупеть. Если честно, там скайбас наверху. Это очень благо. Я... У меня джекпак. У меня джекпак. Ох, повезло, ты везучий. Что? Он конченый почти что. У меня золотое теперь. Он кончился. Он был во весь истратил. Ну, дай мне. Нет, его, его не слышал. Кто ты кто-то? Это, кажется, игрок разбился. Мне нужны шарики, значит. А че игрок? Также с джекпаком. 106. Я в кустике. А, я в буре. Меня в бурю выкинуло тросом. Че я прячусь? Я должен это узнать. Чего это у меня? Где шарики? А, следующая зона. Я скинулся! У тебя нас... Игрок. На ноги. Мне игрок. На мне игрок с мячом. Я могу тебе помочь. Я файт с ним. Не, я не могу. Я не могу, я сам не могу. Я сам не могу. Может быть, потом в творческий суд. Забываешь, что я видео сейчас снимаю? Не знаю. Потом в творческий, ладно? Хорошо. Но я не хочу в творческий, мы чё? Топ-3. Там два игрока! Там два игрока против меня. Против тебя команда. Они на хайграунде вроде, на скайбазе. Не, нет. И, скорее всего, у этого... Да, у них есть меч. Либо это два соло. Да, это два соло. Тебе повезло. Это два соло. Это два соло. У тебя один поповый дробовик? Да, я один снял случайно. Потом был, я возьму, у меня тяжелый, на нас напали, я не смог. А в буре! Там буря. Если он умрет от буря, я буду в шоке.
Он на мне, а не брал. Я меч еще никогда не брал. А ты на джампэд? Нет. Он в буре. На мне сейчас с моей стороны жена. А не на тебя. Тебя подлагал, да? А, жопка тебе. Он тебя не видит! Убей его! А пупец, ты его пустил. А пупец! Я сейчас обернусь. Не надо в бурю. А пупец. Он тебя лагает? Нет. Чего? Назад. Чего? Катя умер! Нет! А ты знаешь, что я умер? У меня было вообще 100 хп, а это возможно. Это баг! У меня вообще были 100 хп, я умер. Не знаю. Ладно, всем пока, вы были на канале Survivor. Я шоке, хотя взял его. Ну, топ 2 это норма для видео. Ладно. Ладно, всем пока. За. Вы были на канале Назар Майбера. Сегодня мы играли в Близкие контакты. Всем пока.